Сегодня на аграрно-технологическом факультете прошла выставка растений «Цветущий ПГУ». Участники представили больше 200 растений. Посетить выставку могли все желающие, в их числе была и Татьяна Иващенко. Пока улочки города облачаются в оттенки осени, в актовом зале аграрно-технологического факультета настоящая весна. Выставка «Цветущий ПГУ» традиционно проходит в сочных оттенках зелени. Лидеров практически в 9 номинациях выбирает жюри, но каждый, кто пришел на сегодняшнюю выставку, может отдать свой голос за растение лидер в номинации «Приз зрительских симпатий». Я присмотрела этот гранат, обожаю этот фрукт, поэтому мой голос за него. Гранат из ближнего хутора вырастила Наталья Ивановна. Вовсе не ради урожая. Привлекательные на вид плоды на вкус кислые, зато настоящее украшение интерьера. Дома осталось лимонное дерево. Его Наталья Ивановна считает своей гордостью. Лимон у меня павловский. Ну, очень вкусный, не сравнить с магазинами. В этом году у меня их там 18. Вкус, может, и будет, но размер, может, не будет такой, потому что их много. Каждый год в конкурсе принимают участие не только любители. Профессионалам тоже есть чем гордиться. Преподаватель плодоводства Александр Обручков для конкурса вырастил ананас и авокадо, лидеров номинации «Огород на подоконнике». Александр всерьез увлекается экзотикой и верит, что когда-то на местных прилавках появятся манго, ананасы и бананы с пометкой «Выращено в Приднестровье». У меня имеется теплица, я создаю благоприятные условия для выращивания растений. Данное растение является субтропическими культурами, им главное влажность и температура. Выставка растений каждый год собирает много гостей. Сегодня это школьники из села Ближний Хутор. Для ребят устроили творческие мастер-классы по созданию икебаны и открыток. Каждый участник забрал с собой готовую работу и памятный сувенир. Настенька! Ты у нас там лепила, делала поделки. Спасибо большое, тебе подарок от нас. Хорошо, приезжай нам в гости. После мастер-класса для школьников за творчество взялись и преподаватели. Из веточек калины, рябины, можжевельника и бересклета собрали осенние композиции в подарок актерам Приднестровского театра. В честь Дня Учителя нам профсоюз подарил билеты в театр. Вот мы сегодня идем на спектакль «Безымянная звезда». Идем не с пустыми руками, а с осенними букетами. В конкурсе «Цветущий ПГУ» никогда нет проигравших. Здесь около десятка номинаций. Каждый участник получил грамоту победителя. Татьяна Иващенко, Александр Зелинский, ТСВ.